Итак, как всегда, дно блиндажа и вот такой сигнал на орден, на медальку, но у нас выскочило кое-что другое, это консервная банка, да, консервная банка от норвежских сардин, которые входили в паёк немецких солдат. Значит, Германия вплоть до 45 года готовилась, делала очень хорошие запасы, и тут даже есть клеймо на банке. Уже вторая такая банка за сегодня. Вот, к сожалению, эту банку. Вот клеймо, буковка Б. Вот сохран вообще песня просто. Вот такие норвежские сардины открывали немецкие солдатики и кушали.